Совсем недавно этот праздник стали отмечать в России. С 1998 года. Без лишнего пафоса, но с особым теплом, по-семейному душевно и искренне. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью. В этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери – любовь и внимание. Праздник самого близкого человека – День мамы – не обошел стороной и молодежный досуговый центр «Выбор». Для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. И этот молодой праздник становится одним из самых любимых. Папа, конечно, это тоже важно. Но мама – это добро, любовь, забота и терпение. И сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумывали, лишними эти слова никогда не будут.